Всем привет! Сегодня пятница, 13 января. Я еду на встречу любителей советских мотоциклов Урал и Днепр в Чехии. Это небольшой мотослёд, здесь около 20 человек. Я здесь третий или четвертый раз и всегда рад пообщаюсь с этими ребятами. Ночевать будем в этой даче, в которой ресторан, и там вечером бывает очень весело. Уже суббота, все идут покататься по лесах и горах. Но я поеду на другую страну, в Германию, посетить другой мотослёд, который находится в просторах исторического замка Аугустусбург. Недалеко от дачи ручей, за которым уже Германия. Обратите внимание на то, что первый дорожный знак в Германии – Umleitung, объезд. Это самый традиционный дорожный знак в Германии. За горизонтом уже видно замок. Погода классная, около 10 градусов. Жаль, что нету снега. В городе много народа. Сегодня праздник всех мотоциклистов. Иду на вершину холма, на замок, посмотреть выставку мотоциклов местных байкеров. На мероприятии меньше мотоциклов, чем обычно, потому что все ждали дождь, но не важно. Иду через главный двор в замок, где несколько музей, и в одном из них 175 мотоциклов. Сначала находится самый первый мотоцикл в истории. Здесь одна из самых важных и обширных коллекций мотоциклов в Европе. Технические разработки мотоциклов с 1885 года по сегодняшний день представлены на выставочной площади 1200 квадратных метров. Эти зелено-желтые красавцы называются Бемерланд, Чехия. Из музея иду в Тарг,
где возможно купить запчасти или целые мотоциклы. Из Тарка иду в палаточный лагерь, где ночуют байкеры от пятницы до воскресенья. Немцы на этот зимний мотослёт ездят в самом большинстве на немецких мотоциклах МЦ с колясками или на Днепрах и Уралах. Но здесь встретите и много других интересных мотоциклов. Друзья, я встретил старого знакомого. Его зовут Стивлейт, он вам это скажет на русском. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Стальная Нога. Вот так немцы говорят на русском, молодцы. Дружба. Дружба в Deutschland und in Russland. Немецкий и Россия. Дружба с Германией нужна. Да. С весь миром нужна дружба. Но войны. Окей. Пока. Пока.